Далее в программе. Откровение мужчин-моделей. Модели мужчины явление не новое, но до сих пор слегка непривычное. Хотя, что в этом такого? Если есть красота, то нужно ее показывать. А некоторые мужчины любят демонстрировать себя еще больше, чем девушки. Другое дело, что теперь они наконец это делают профессионально и за деньги. Что заставляет мужчин идти в модели? Как оказалось, любовь к моде и путешествиям. Я стал моделью, потому что это моя страсть с 17 лет. Мне нравится путешествовать и свобода. Ты никогда не знаешь, куда полетишь завтра. Сегодня ты можешь быть среди снегов, а на следующий день уже на солнечном пляже. Больше всего мне нравится свобода, которая здесь есть. У меня нет необходимости каждый день ходить в офис. Вот это мне действительно нравится больше всего. Все мы наслышаны про баснословные гонорары женщин-моделей. А сколько зарабатывают мужчины? По сравнению с моделями-женщинами, мы бедствуем. Мы получаем достаточно, чтобы летать по миру и здорово проводить время. И развиваться, конечно. Будучи моделью, заработать можно. Но знаете, это приходящее и уходящее. Есть свои взлеты и падения. Далеко не все парни с подиумов и рекламных плакатов – профессиональные модели. Для многих из них это всего лишь хобби. Нет, я не профессиональная модель. Я профессиональный игрок в баскетбол. А я вообще голкипер. Нет, моделинг для меня не постоянная работа. На самом деле я музыкальный продюсер и диджей. То, что я стал моделью, это случайность. Я брал интервью для музыкального журнала, и меня сфотографировали. Потом фотограф убедил меня пойти с этими фотографиями в агентство, и вот я здесь, на показе Calvin Klein. Ходить по подиуму, позировать фотографом и примерять на себя разную одежду. Мужское ли это дело? Мне как раз кажется, что это занятие очень даже мужское. Тебя окружают настоящие мужчины, поэтому на подиуме мне очень комфортно. У меня с этим нет никаких проблем. Парни-модели переживают все те же проблемы, что и модели-женщины. В частности, сейчас в модном сообществе активно обсуждается проблема суперхудых моделей-мужчин. Моя работа заставляет держаться в форме, это становится частью твоих обязанностей. И я очень стараюсь, но очень люблю мороженое. Это самое сложное для меня – научиться не есть мороженое. Нет, диеты я не придерживаюсь. Раньше я много ходил в спортзал, теперь же я занимаюсь йогой. И ем я в Макдональдсе. Я очень люблю еду, поэтому придерживаться диеты очень сложно. Но я хожу в зал 3 раза в неделю и чаще всего занимаюсь на кардио-тренажерах. Просто, чтобы быть в форме. Правда, иногда я ем не очень полезную еду. Махлюрю, в общем. Я называю это махлевать. Про то, как девушки в модельном бизнесе подставляют друг друга, ходят легенды. А есть ли конкуренция среди мужчин-моделей? Нет, у нас никак у девушек. У них вечные разборки. Мы же чаще всего говорим: «Дружище, молодец, хорошая работа. Нам это нравится». Девушки чаще всего же выглядят вот так. Но делают это за спиной. А в глаза: «Привет, как дела?» А когда отворачиваются, то... У мужчин все иначе. Мы поздравляем друг друга. У мужчин-моделей принято подходить и поздравлять, если увидел рекламу или съемку своего коллеги. У девушек же все наоборот. Кстати, нетрадиционная ориентация моделей мужчин – это миф. У большинства из них есть девушки. У меня есть девушка, и она тоже модель. Ее зовут Арелла. Она живет в Нью-Йорке сейчас, и я по ней очень скучаю. Если это видео куда-то пойдет, Арелла, знай, я очень по тебе скучаю. Моя девушка злится на меня, ведь я редко бываю дома. Я бы очень хотел девушку, но пока ее у меня нет. Да, у меня есть девушка. Сегодня она заберет меня из аэропорта. Она намного красивее меня. А некоторые из них даже встречаются со знаменитостями. Я пришла сегодня на шоу, потому что мой парень модель, и он в нем участвует. Но самой обсуждаемой моделью среди мужчин на прошедшей Миланской неделе моды был, без сомнений, 22-летний Хесус Луз. Новое лицо бренда Дольче & Габбана. Больше известный мировой общественности как бойфренд Мадонны.